Здравствуйте, меня зовут Эми. Я закончила Московскую академию в 96-м, а потом я работала везде, тоже в Америке 5 лет, в Берлине 10 лет с Владимиром Малаковым. Я получила тоже премию международный конкурс серебро в Париже, бронзу в Нью-Йорке и потом в Москве. И в Джексоне и так далее. Я работала тоже как профессор в колледж в Японии. У меня тоже свои труппа, которые везде ездят. Я очень люблю тоже учить дети, профессиональные человек. И я очень рада, что теперь я могу с вами так работать. Спасибо.